Следующим шагом после приобретения сплит-лицензии является покупка сплит-контракта. В этой инструкции мы покажем, как купить сплит-контракт за Ultima. Команда Ultima регулярно проводит различные акции. Во время действия акции в дашборде появится дополнительная вкладка с акционными продуктами. Подробности о действующих акциях вы всегда можете узнать в наших телеграм-каналах. Обратите внимание, что процесс покупки акционных пакетов аналогичен процессу, который мы продемонстрируем в этой инструкции. Итак, авторизуйтесь на сайте DeFiU. Выберите пул, к которому вы хотите присоединиться – VIP-пул или Unity-пул. Проскроллив страницу вниз, вы увидите список доступных к покупке продуктов. Чтобы купить сплит-контракт, перейдите на вкладку «Split Contracts». Выберите подходящий вам контракт и нажмите на кнопку «Purchase» – «Покупка». Откроется окно, в котором вам будет предложено выбрать способ оплаты. Выберите «Ultima», подтвердите согласие с условиями, поставив галочку, и нажмите на кнопку «Purchase» – «Покупка». В открывшемся окне будет указана сумма в «Ultima» и адрес кошелька, на который нужно перевести указанную сумму. Адрес также будет доступен в виде QR-кода для отправки транзакции с мобильного приложения. Чтобы оплатить, отправьте необходимую сумму на указанный кошелек. Пожалуйста, отправляйте точную сумму, которую видите на экране. Дождитесь оповещения об оплате. Готово! Вы приобрели сплит-контракт! После покупки контракта вы увидите, что значения на виджете Split License Usage в вашем дашборде изменились. Купленный контракт также отразится в разделе My Contracts. Если у вас возникнут вопросы, обратитесь в поддержку, и мы с радостью вам поможем. Желаем успешной работы!